Так, ребят, зацените. 5 стареньких книжечек. Ну, насколько старые, я не знаю, судить вам. Здесь вот Горбунов написано, и 1-2 что-то. Года нет, ничего нет. Ну, видно, вот по состоянию немножко убитые. Буквы сами видите, он старенький. Ну, забираем дома, глянем, что это у нас. Стою, ребят, сейчас тут копаюсь. Вот такой вот рюкзачок. В принципе, вот один карман только здесь сломан, вижу. Можно взять будет. Но суть не в этом. Стою, копаюсь, копаюсь. И тут ребята молодые подходят и ставят вот такую вот фиготу. Ну, кто уже понял, видимо, догадывается. Это какая-то советская фиготуина. Возможно, радио. Вон он, динамик там. Приемник трехпрограммный. Русь 201. 86-го года. Или 82-го. Ну, короче, мы это забираем. Вещь довольно-таки хорошая. Сплавим. Кому майонезика Хайнц, ребят, подходите вон, забирайте. Коробками стоит. По дате сейчас я вам скажу. Попробуем найти. А, дата у нас где-то вот здесь. 26.08.19 и срок годности у нее. Шесть месяцев. Так, срок годности 6 месяцев. Считаем. Где я число видел? 8. Ну, как вам сказать, почти просрочено, так вот. Пожалуйста, сколько коробок. И здесь еще вот такие вот штучки валяются. Что-то срок годности 3 года. Ну, какие-то стаканчики для вкусностей. Ну, там они вон и. Там еще вон коробки они валяются. Больше здесь ничего не вижу. Ну вот, пожалуйста, кому надо, забирайте майонезик. Сколько надо. Коробками. А я свою фигню заберу. Вытащил сейчас мусорку, плитку электрическую. Возможно, в своей коробке, возможно, новый кто-то себе купил. Ну, дома возьмем, посмотрим, проверим. Сейчас голос. Сувенир звуковой 87-го года. 38 рублей. Состояние такое-то. А, ну видно оно. Чистится он. Дома аккуратненько протереть, почистить. Посмотреть, что за сигнальный. Ой, точнее, звуковой. Дома проверим, забираем. Попался мне еще пакетик. Скрыл я его, там вот лежал такой чемоданчик. Немного латунки. Ну это сейчас отделим. Ну это не в пакете лежал уже, да? Ну сейчас чемоданчик покажу. В этом же чемоданчике лежали диск, HP пад, ну вот HP, ну видите, что понятно, что в коробочке. А, сейчас я вам скажу, ну, открываем коробочку, ну, косметики не знаю, брать, наверное, не буду, потому что у меня тут все исписано. Вряд ли она целая и хорошая, ну да, вон видно. Ну, вон ту, которую новую поновее можно взять. Это вот HP. Навигатор, судя по всему. Не, написано iPad. А так навигатор. Не знаю, что это. Домой принесем, сейчас разберемся, что это у нас. Зарядка от него. И документы тоже сейчас заберем. Посмотрим наше меню. Меню у нас сегодня, ребят, пожалуйста, хлеб. Кефирчика не оставили, морковки можно взять, коробку. Так, идем сюда. Здесь у нас опять хлеб. И видно, вон селедки тут. До 27.02 селедка. Это 13.01. Вот это посвежее будет. 17.02. 27.02. Вот. Селедочка свеженькая. Немного железа тут попалось. Еще у нас тут есть.
Ну, возьмем только латуньку. Здесь латунька. Это возможно, возможно, тоже латунька. Даже не знаю, что это. Нет, не латунь. Вот латунька. Ну, две пары чоботов купались. Видно, вот состояние вообще нормальное. 36 размерчик, даже подошва вон нормальная. Судя по всему, детские какие-то. Но ничего, забираем. И тут у нас еще вот такие вот чоботы. 39 размер. Состояние тоже. Вон, видно, по каблукам почти новые. Можно будет прихватить. Может, кому-то продам. Забираем. Быстренько посмотрим. Что тут? Так, вот такой вот радио Витек. Она у нас полностью рабочая. Он слышно. Вставил батареечки. Все полностью работает. Марочка. Так, далее вот такие вот часики какие-то. Надо ремешок. Так. Так, что? Так, вот такая вот приготовлена радио. Что-то сейчас втыкал, как оно там действует, как работает, я так и не понял. Вот такая вот плита. Проверил, полностью рабочая. Ну, тереть я тут не буду, продам как есть, если кто не заберет. Так, вот такой вот радиоприемничек был. Что-то тоже вставлял батарейки, что-то не особо фурычат. Возможно, батарейки старые вставил или что, не знаю. Коробочка из-под iPhone 7. Кто-то говорил, что их берут. По 100 рублей даже никто не забирает. Так, вот такие вот чоботы. Состояние, в принципе, идеальное. Кому-нибудь задарю. Так, немножко из косметики. Видно, вон состояние нормальное. Так, вот такие вот чоботы. Вон, почти новые. Возможно, тоже кто-нибудь заберет. Дальше у нас тут еще такой вот iPad HP. Модельку сейчас посмотрим, не знаю. Так. Где тут модель? А, вон, нет. Не то, не то. Не знаю, вчера только видел. Ну, в общем, кому интересно, не знаю. Тут есть проблема, вздутый аккумулятор. Вот видно, ну как, видно, вот он немножко вздутый тут. Надо замену аккумулятора. Но я, в принципе, проверил, он... Нет-нет, фуры. В принципе, он рабочий, надо только заменить аккумулятор. Так, ну что, старенькие книжечки. Состояние, сами видите, вот эти две. Вообще, вон, убитые. Там даже первых страниц нет. Вот этого, в принципе, только здесь расчехлилось. Вот, пожалуйста, третье издание. 1904 год. Ну, состояние такого себе. Вот это вот состояние, вот оно. Не знаю, что тут написано. Вот состояние, в принципе, как видите, нормальное. 1892 год. Попробую их всей кучкой продать. Так, и вот такая тоже состояние, в принципе, как видно, вот она почти нормальная. 1897 год. Ну да. Тут почему-то смотрел, тут что-то тиража, ребят, никто не пишет, поэтому не знаю, какой тираж этих книг. Ну, в общем, такие вот книжки. На этом все. Вырвал сейчас вот эту коробочку, ребят. Это у нас PSP. Точнее, то, что от него осталось. А, там видно, даже вон диски какие-то есть. Вот такие вот диски. Забираем диски.
самого PSP нету. Так, диски мы сейчас заберем. Сейчас еще посмотрим, что у нас тут. Ну, что-то еще вижу, ребят. Геймбой. Такой вот маленький старенький геймбой. Пожалуйста. Забираем. Так, здесь у нас что? PSP 3, PSP игры какие-то. PSP. И не что-то не знаю. Нет, скорее всего, это не кайфу. Дивидишки. Ну, это все. Что это такое-то? А, вот игры, ребят, на PSP. Здесь еще нет. Сейчас посмотрим игры на PSP. О, игры есть, ребят, вон они. Ладно, это пока установку сейчас отложим. Так, да. Так, ребят, немного трихомуди попалось. Вот такая вот олимпиечка Сочи 2014. Это у нас типа футболочки что-то тоже. Сочи 2014. Вот такая вот курчоночка. Тоже Сочи. И вот такая вот, ну это у нас, как я уже понял, тепленькая курточка. Вот она такая вот. Опять же, 2014 год. Состояние, в принципе, нормальное. Ладно. Так, и здесь видим вот такую вот, не знаю, как ее показать, что вот наподобие вот такой вот дубленочки. В карманах пусто. Ну, в общем, вот такая вот обыкновенная дубленочка. Оставляем. Быстренько глянем, как обычно, что удалось раздобыть. Так, что у нас тут? Вот такой вот пазл на 160. Он у нас запечатан. Он, видно, заклеен еще. Ну, я так это с краю тут заглянул. Там тоже он полностью запечатан. Там пакетик валяет. Так, игры на PSP. 5 игр вот таких вот. Разных тут. Тачки, фигачки. Там они все на миссии диски. 3 еще вот таких вот диска. Так, немного косметики, крем какой-то, лак для волос, вот такие вот одеколончики, вот такие вот. Так, это у нас что? Шампунь вот такой вот, крем такой маленький. Так, ну, как обычно, немножко проводков, латунка там. Так, вот такой вот геймбой, к сожалению, проверить его не могу, так как зарядки такой нету. Там какая-то странная зарядка. Такой зарядочки у меня нету. Ну, возможно, кому-нибудь такой пригодится. Далее, как видим, пол пакета разных магнитов тут попалось. Вон там канада всякая. Морозы какие-то еще. Попробую сразу пакетом этот. Целым пакетом продать. Почитаем. На авито выложим сразу целый пакет. Такой. Чуть не разбил, что это у нас. Вот Тунис даже есть, магнитик. Так, вот такие вот чоботы. Немного почистить. И состояние, в принципе, нормальное. Ну, там внутри надо еще поменять, где-то стельки нет. Так, и вот такие вот курточки Сочи. Честно говоря, сначала я их брать не хотел. Потом заглянул на Авито. Они, оказывается, продаются там. А состояние у них вообще идеальное. Размерчик XS. Да. Так, ну вот такая курточка. Это у нас дождевичок какой-то. Потом вот такая. Она немножко с поролончиком, типа тепленькая, фиг его знает. Тоже XS. Так, потом вот такая вот. Это у нас как рубашечка сделана, тоже XS. И вот такая вот, типа кофточка.
Ну, на этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь, как обычно. Завтра еще, наверное, сходим, посмотрим. Так, ребят, откопал тут кучку всего. Ну, здесь вот откопал кальянчик. Ну, уже посмотрел, вроде целенький. Там внизу вон уголь еще лежит. Дома придем, соберем, попробуем. Дальше еще вот такие вот сломанные наушники. Ну, можно чем-нибудь приклеить. Возьмем. Это у нас пауэрбанк на солнечной батарее. Забираем. Вот такие вот наушнички. В принципе, как видно, целые. Забираем. Ну и еще. Ну а здесь уже немножко курительные фигни этой для кальянчика. Посмотрим. Тут, конечно, много старый конструктор. К сожалению, не лето. Поэтому ставим. Но видно, тут много дверц таких. Конечно. Жалко, что не лето. Как обычно, быстренько посмотрим, что у нас тут раздобыто. Так, ну что у нас тут? Немножко проводков. Вот такой вот чехольчик. Аккумулятор. Правда, не знаю для кого. Ничего не написано. Это вот у нас. Ну, вот для этого кальяна, короче. Кальян видно состояние какое. Придется его почистить, отмыть. Ну, он полностью кальян. К нему тут все прилагается. Так, что тут еще? Вот такой вот чудный штовчик попался. Довольно-таки интересный, глиняный, красивый. Так, немножко вот тут брелков всяких, вот значки тут какие-то. Вот значки всякие. Это у нас для вейпов. Видно, вон почти пол пузырька. Вот еще целый пузырек почти. Это что-то из косметики. Вот такой вот бак какой-то. Катушечка на удочку. Вот такая вот машинка. Ну, машинка, к сожалению, что-то у нас точно гремит как-то. Неважно. Так, перчаточки вот такие вот. Велосипедные. Состояние отличное. Так, это у нас USB рамка для фотографий. Видно, вон сколько переходничков можно, сколько флешек вставлять. Ну, она что, только обычно подсветка идет. И в компьютер стыкается, здесь вот подвигается. Можно любую фотографию вставить. Две упаковочки. Так, вот такие вот наушники. Эти у нас без названия, без ничего, полностью рабочий. И вот такие вот Panasonic. Видно, вот они сломаны, тут отломались. Попробую посадить на суперклей. Наушники полностью рабочие. Вот такой вот чудный рюкзак. Как видно, уже знаю, кому его задарить. Задарю. Так, ну вроде все, посмотрели. Все. А дальше вы посмотрите, сколько удалось заработать за февраль.